Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Psych. Так, в прошлой серии мы провалили очередную загадку, но я так и подозревал, что эти четыре загадки будут геморроистые. Ой, ну такие геморроистые. Ну такие, очень такие, блин, проблематичные. Поэтому, недолго думая, а точнее сначала долго думая, я все-таки нажал на кнопку, сказал «Помоги мне!» И все, собственно. Странно как-то вот именно вот эти вот две загадки оказались не то чтобы не по зубам, а оказались не по моей усидчивости. Хотя, в принципе, я достаточно такой усидчивый человек, но я не вижу смысла заморачиваться здесь по ним. Поэтому давайте метнемся в лабораторию. Это у нас по желтой, по дорожке из желтого кирпича. Наконец эту парящую скотину преобразуем в человек. Туда стал уже ныть уже. Такой уже. Так. Все, давай. Хей, камон. Иди сюда, Зак. Я отрежу у тебя кожу. Да круто, блин. Хорошо, что не зуб выбью. Ой! Ай, я взяла слишком высоко? Да. Извини, я это в первый раз делаю. Ясно, коготь мы стыли. Давай сварим снадобье, Лидия. Хорошо, давай посмотрим, что у нас получится. А чем у нас коготь снял, кстати? Ну давай. Дай-ка я почешу тебя за ушком. Кажется, что-то не хватает. Нет, хочу еще. Ты не представляешь, как это приятно. Мы должны спешить, Зак. Я просто взяла с тебя клочок шерсти, чтобы не могли превратить тебя обратно в человека. Я знаю, но все же... Сейчас волка еще надо превратить. Зашибись. Давай сварим снадобье, Лидия. Хорошо. Давай посмотрим, что у нас получится. У нас получится. Волчок получится. Так, по идее, вот это. Хорошо, Зак. Открой рот и не двигайся. Я возьму немного слюны. Фу. Откуда она знает, что нужно брать? Не двигайся! Она капает на меня! Уже немного! Она что там на тебя капает? Фу. Давай сварим снадобье, Лидия. Хорошо. Давай посмотрим, что у нас получится. Так, ну, блин, снадобье. Я бы не решился такое пить, гадость. Ты это сделала, Лидия! Ну вот этот стрёмный чувак вылез. Это огромное тебе спасибо! Для этого и нужны друзья, Зак. Как же хорошо снова стать собой! И знаешь, в первый раз в жизни я рад быть собой! Я рада, что помогла тебе полюбить себя. Клянусь, я не подведу тебя, если тебе нужна будет помощь. Забрызгал ее там все, блин. Ну что, давай пойдем искать Селесту. Мне очень хочется, чтобы вы встретились. Да. Да. Так, я так подозреваю, что нам нужно загадку дальше идти решать.
С деревом. Солярий, пойдем загорать. Ну там вроде что-то полегче такое. Ладно, метнемся в солярий. Так, через атриум. Давай, давай, давай. Чувак такой. Ходит по пятам. Теперь интересно, он тоже будет сваливаться оттуда сверху. Зак Найтингейл. Представляю, типа потомок самого крутого мага, и над ним все скалываются. Бедняжечка. Как же жалко. Потрясающе! Здесь можно менять времена года. Ну это круто. Это, конечно, необходимо для уроков гербализма. Это дает возможность вырастить любое растение, независимо от того, какое сейчас время года за пределами школы. Ах, вздохни поглубже, Зак. Надышись этим свежим воздухом. Аромат. Что на тебя нашло? Возрождение природы. Я так люблю весну. Мы это весну особенного там сделаем. Мне гораздо больше нравится осень. Ну, вообще, мне тоже. Это осень такая вот ранняя именно приятная. Этот класс напомнил мне кое о чем. Думаю, ты должна это знать. О чем же? Я уже говорил тебе, что плохо знаю Селесту. Но мы разговаривали с ней именно в этом классе. Мне кажется, она страстно увлекалась всем, что так или иначе связано с гербализмом. С гербалайфом. Это меня не удивляет. Любовь к растениям передалась Селесте от ее матери Иланы. Она была травницей. Наша деревенька никогда не знала такой замечательной целительницы. Илана всегда заботилась о других людях больше, чем о себе. Боже, я ненавижу эту школу! Я не знаю, что с Селестой, и это сводит меня с ума. Лидия, ты сама говорила? Все будет хорошо. Я, короче. Да не путайся ты под ногами, черт. Так, ладно, погоди. Надо глянуть очередной раз на эту хрень. Так. Что? Красный, белый. Сначала красный, белый в разные стороны. Ну а что? Ой, ё-моё. Давай попробуем. Не, ну я чувствую, что я сейчас тоже жахну эту загадку, блин, потому что это нечто. Ну вообще сдохли, да? Не. А белый-то с какой стороны? Погоди. Белый-то справа был. Красный слева, белый справа. Красный справа, синий. Да? Я попробую сделать же. И что? Я не понимаю, даже если, ну, ну, ну,
Ну сделаю я, ну хорошо, ну сделаю я. А здесь красный был, здесь синий. Ну хорошо, я сейчас сделаю. Да уйди ты. Я здесь синий сделаю. Ну вот он. Что? Ладно. Я так понял, что все ясно. Что ничего не ясно. Че ты там дергаешься, ешкин? Ничего не происходит, товарищи, давайте мы... Ой, ладно, я не хочу это записывать, короче, опять на паузу поставлю. Короче, я отказался решать отлично эту головоломку чисто еще потому, что посмотрел внутри подсказки, и там нужно жемчужина выращивать цветы еще в зависимости от времени предметов, года. То есть, господа, это просто... Это не головоломки, это просто мозги. Надо различать вообще, делать отличие головоломки от мозга пип. Ага. В этом случае разработчики вообще, мне кажется, перестарались. Что-то мне нехорошо. Зак, я... Да ладно. Опять что-то. Посмотрим. Фильмец. После о, Селеста заболела. Я осталась Лидией. Только ты утешала меня, моя маленькая кукла. Блин, жалко. Ты знаешь обо всем. Даже о том, что отец не понимает меня. Эта болезнь забирает у меня последние силы. Да блин. Меня радует лишь то, что скоро приедет Лидия. Благодаря тебе она была со мной все эти годы. Я, наверное, догадываюсь. Где ты? Я так давно тебя не видела. Селеста, я... Опомнился Чингисхан, что, блин, самый близкий человек умирает опять. Расскажи мне сказку. Помнишь, когда мама была жива, мы садились у камина и долгими часами слушали тебя. Папа! Папа! Этот дебил фиг опомнился, он взял и ушел. Чингисхан. Он не раз улыбался, когда мама была еще здорова. Да. Он тогда был. Блин, жалко, трындец. Кажется, тот папа, которого я любила, умер вместе с мамой. Не говорит. Теперь я знаю, что чувствуют сироты. Лидия, где ты? Мне нужны твои руки. А больше ничего не надо, не? Натаниэль, что случилось? Сначала Елана, а теперь и моя доченька. Не сдавайтесь, Натаниэль. Я уверена, что вместе мы вылечим ее. Чем я заслужил это? Придурком был, блин. Где Селеста? Отвечайте! Пинка ему под зад, да, блин, разбил. Зак? Я здесь, Лидия? Извини, я не... Ты что ты сюда приперлась опять, ё-моё? Ты опять мне назад день идти? Началось так неожиданно. Все в порядке, Лидия. Не,
Нет, это не... Селеста была очень больна в моем видении. А Натаниэль... Мне плохо. Давай отдохнем. Вот только ты не заболей еще. Отдохни и... Этого только не хватало. Мы не можем терять ни минуты. Боюсь, что произошло самое худшее. Теперь я знаю, что эти видения направляют нас. Если они привели нас сюда, то только за тем, чтобы мы как можно скорее вошли в святилище. Так давай сделаем. Четвертую уж вещь не нашли. Ну давай. Я пока ничего не могу сделать с этой... Ну, я так понимаю, сейчас нас направят в эту кузницу, да. Ну там хоть с головоломку кузницы, это я уже решал. Так это ж я ж делал уже. Не гони, да не гоните. Я же огонек там, огоньки ж прифигачивал. Блин, ну теперь часа до этой кузницы. У-ху. Так, ладно, пойдем через красную. Быстрее не будет. Да ты можешь быстрее, ё-моё. Еле, блин, двигает своей поршнёй. Давай по красной дорожке. Блин, надо было перелетать так далеко. Вообще надо было сначала, значит, кузницу шпарить. Не слушать этих дебилов. Подсказчиков. Так бы как раз сразу вот с этой загадки вышел бы. И оказался бы сразу в этой хреньке. Меня не покидает ощущение, что мне надо будет и в кузнице бахнуть эту хрень. Потому что что-то я уже не верю, что там что-нибудь адекватное будет. Что реально столько неадекватных загадок сделать, это, блин, надо уметь. Ну а на обратном пути проверим твои способности акробатические. Опять сиганешь, небось. Ну, маг, хули. Ты смотри, как почесал, а? Нифига себе. Когда котом был, так не бегал. Говорит, иди дай себе за ушком почешу. Не говорите мне, что вот это надо решать. Не надо. Радует. Ладно, так, я пойду складывать эти штуки. У меня уже вроде получалось. Получалось. Так, это же? Да. Не, мне подсказки не нужны, я уже решал. А, тихо, подожди. Там же у нас вроде как опять же была какая-то хрень. Вода, огонь. Так, блин, не пугайся. Да я не запомню просто все эти хрени. Вы что, это рисунки эти? Так. Все не просто так. Вода. Пэкман, хренекман, да ну вы что? У меня не такая память фотографическая, чтобы все это запоминать. Господа! Вы вообще в своем уме? Ладно. Хорошо. Не, ну введу я магическое слово.
Ну это опять же, не, я догадался, что там нужно вводить вода, огонь, земля, воздух, но я просто не хочу все это перерисовывать и вводить это опять. Это все рутина, это не решение головоломки. Это все, это не головоломка, это хрена, как говорится, опять. Да, дай мне уже решение. Я даже не собираюсь. Это бред. Чего это свидание? Я не собираюсь. Эти четыре, это просто так это, я не знаю, это кто это выдумал все это? Просто большой бред. Отлично. Еще один контейнер. Черт, ну не могли же мы искать этот фонарь? Подожди, Зак. Это не обычный фонарь. А что в нем особенного? Он не дает тепла. Смотри, я могу засунуть руку в огонь. Он не обжигает меня. Круто. О, потрясающе! Должно быть, это один из тех предметов, о которых говорил мастер Найтингейл. Лидия, что случилось? Этот огонь напоминает мне о том, как сгорел мой дом, и как Натаниэль спас меня. Он всегда был так добр. Теперь же все улики, которые мы здесь собрали, говорят о том, что именно он виноват в том, что происходит в Академии. Ну, похоже на то. Я не понимаю. Так, ладно. Я не терял времени, поэтому метнемся. Давайте, я уже догадываюсь, куда надо идти. Все загадки решены. Головоломки. Пусть и читерскими способами, но я даже не жалею. Это уже слишком. Да. Так, а как таким образом быстрее мы пройдем? Так. Да, надо так. Нам сейчас нужно попасть опять вот к тому диску. Блин, еще не туда. Дать эти четыре элемента. Да ё-моё, куда я иду? Вечно путаюсь. Где твоя палка, Зак? Не, я понимаю, что у тебя всегда с собой, но это магическая палка, где? Бегает как кролик такой. Туда-сюда. Ичи-ичи-ичи. Прыг-прыг. Что-то мне подсказывает, что скоро будет финал всей этой истории. Если мы узнаем, что произошло. Да, подпортили, конечно, разрабы вот этими последними загадками. Они, наверное, хотели сделать игру такую подлиннее, там. Позагадочней. Но не вышло. Так, я ж сюда иду. Я ж сюда надо. Ну, вроде сюда. Хотели там подлиннее там сделать, чтобы помучились мы. Ну не лыком шит. Так, подожди. А что, не сюда метнулся, что ли? Не, сюда все нормально. Я пока ничего не могу сделать с этой металлической рамой. Почему? Так. Нам надо идти.
А, ну ясно. Ладно, я думаю, посетим эту маленькую комнату уже в следующей серии. Ибо получится уже очень это длинное. Да, думаю, что следующее уже будет финальное. Ах, надеюсь, несмотря ни на что, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.